Всем привет! Всем привет! С вами Олег и Анастасия. Мы сегодня в Костко. Накупим продуктов, и не только продуктов, на неделю или на большее. Оставайтесь с нами. Вот мы в Костко, и я сделаю короткий обзор в начале всякой электроники. В Костко продается не только еда. Здесь можно купить, как видите, айпады. Я так буду телефон задерживать, если кто понимает. Характеристики вот видны. Почти 11 дюймов, $570. Здесь всякие сервисные контракты, всякое разное. Ну вот, ценник в первом приближении. Разные параметры по памяти и прочее. Вот побольше. И цена, соответственно, побольше. Видите? Вот такой iPad Pro с клавиатурой и так далее. С этой стороны уже всякие там аксессуары. Это, я понимаю, датчики, которые бросаешь в чемодан, чтобы он катался в аэропорту. Apple AirPods за 140. Ну, всякие часики. Здесь вот видите, часики за $800. Это, конечно, очень недешево, с моей точки зрения. Так, а вот ноутбуки. Ценник прикольный, конечно. MacBook за $1950. Ну, а вот другой. 16 дюймов, 2700. Я за эти деньги могу билет купить в Россию, слетать туда-обратно. Так, это вот рабочая станция. Вот такой iMac за 1450. Ну и, соответственно, здесь есть техника другая, других производителей. И ценник вот такой более демократичный, хотя я думаю, что качество не хуже. Видите, ноутбук с тачскрином, можно дотронуться и управлять этим за приемлемые цены. 16 дюймов, 16. Так, вот к этому подойду стеллажу. Долго не буду, просто в целом. А, что тут еще интересного есть? Здесь есть ювелирка. Никак своей Насте не куплю обещанное. Видите, ценник такой. Из белого золота с камешками. Так, вот другой стеллажик. Цепочка $1100. Всякие часики. Всякие коробочки для часиков, я думаю, за $100. Может, сами часы. Вот, наверное, $380-$200. На любителя. Я не разбираюсь в этих нюансах. Золото как-то мне здесь не приходилось еще покупать. Видите, красота такая. За 2000 сверкает. Так, ну вот и здесь еще чуть-чуть покажу. Такие перстни за 750 и так далее. И коротко покажу еще телевизоры. Видите, вот такой за $500. 70 дюймов. Вот другой за $700, тоже такой огроменный. Ну, такие большие, не знаю, цена этому. Вот ценник совсем космический, 75. Ну, видимо, функций очень много каких-то там. А вот реклама самого Костко внутри Костко. Ну, представлено и все. Я тут не подскажу, не профессионал по остальным всем делам. Это вот телевизор тоже 4К, 1800. Но с моей точки зрения, ну, очень дорого. Начнем покупать. $9,5 со скидкой в $1.5. Вот такой вот грунт. Органический. Настя садит цветочки. Начался сезон. Если интересно, кстати, пишите в комментариях. Будем показывать балкон наш с цветочками. Моя любимая любит всякое разное выращивать, красивое. Так что будем показывать, если нужно, не только шопинга. Да, земля в корзинке. Что за товар? Ну, ты же хотел электронику снять. А, телектронику я уже снял. Настя, а этот, все. Пошли посмотрим мне этот. Так, да, посмотрим бытовую технику. Детских товаров в Костко немного, но вот попало с глаза. $35. Вот такой домик интересный. Как-то мне кто-то спрашивал детские вещички показать, уже не помню. Сейчас мы ищем здесь для
дома, что тут есть. Сколько Dyson стоит? $400. Еще видите, $100 скидка на него. А как именно Dyson выглядит? Вот такой. Настя говорит, что вот за стольник нам нужна вот такая штука, которая будет мыть что-то тут. Ну вот машина, видишь, салон машины, потом мебель, потом ковер. Ну не знаю, не знаю. Мне пока жалко. Пока жалко денег на это. Настя еще присматривает себе фен. Тридцатник вот такой фен. Я не знаю, хороший, нехороший. Какой-то тридцатник фен и какой-то бешеной цены $300. Набор. Нифига себе. Нифига себе. Настя заметила еще интересную штучку. Вафельки делают детям за $30. А ну-ка. О! Ну, насадочка вот она лежит, да, кто-то вытянул просто. Да, вон она такая тарелочка. Рифленая. Нам не надо, но глаз цепляет, и я как бы показываю вам, что Насте интересно, и я уж думаю, может кому-то еще будет интересно. Есть сварка? Для тех, кто не... Яйца ставятся, потом таймер там и делают. А, это для тех, кто не хочет кастрюльки пользоваться. Видите, специально маркетинговый ход. За $10 специальная штучка. Была яйцеварка, а теперь рисоварка, видите. Rice cooker, Walmart, нагреватель. Тигр. Тайгер. Такая штучка, вот она вживую. Видите? Сделана в Японии. Ну, конечно, где еще рис варят? В той части света больше всего. Нам нужен кухонный комбайн. Мы тут не только комбайн, начали при. Где нужен измельчитель? Настя пользуется таким погружным, знаете, такой цилиндрик вставляешь, там чашечка такая маленькая, измельчает. Может, нам мясорубка нужна, Настя? Не? Солнце мое. Ну это типа коктейли делать. А это Ninja. Поменьше. Вот мне поменьше. Я ж поменьше. Вот как два с половиной. Ну давай. Который мне нужен, чтобы оно фарш я в ней. Вот, беру мясо туда. Оно ну смотри, что, скидка есть? А ну-ка, руку. Ладно, стоп. Да, я смотрю. $40 скидка. Настя, надо брать. Надо да, брать. Ну. А ну, а до какого числа? Ты видишь, до какого числа? О, до 9 июня. Ну, давай подумаем, может, купим. Если кто знает, хорошая эта вещь, нехорошая, пишите в комментариях. Коробок а такой. А это еще как переворачивается, наверное, как ты. Ну, делаешь. Да. Вот, ты не видишь, нож вставляю. Ну, помнишь, как у нас смузи был, да. Как у нас был iCook или как там он назывался. Да. Ну, короче, вот, есть. Вот, этот еще дороже. Ох, Япона, мать. Что-то сегодня офигею от цен. $320, $80 скидка. Он сам готовит, открываешь рот, заливает, как бы. Еще он умеет ходить в холодильник за необходимыми компонентами. Наверное, так, Настя. Не знаю, чем обусловлена такая цена. $90. Он не выдержит твое мясо, лук и прочее. $70 еще что. Нут. Да. Ну, короче, мы подумаем. Может, все-таки купим вот это. Сделаю жену. О, Настя, у тебя же день рождения. Это же самый плохой подарок для женщины. Знаешь, какой? Кухонный инвентарь на день рождения, да? Тогда мы тебе подарим просто на день защиты детей. Чтобы тебе легче было заботиться о здоровье наших детей. Как тебе такой вариант? Кусочки, измельчение. Я не знаю, что такое грейт. Еще пока не выучим. Это делать мороженое. Это делать мороженое. Все берем. Это мечта Софии. Берем. Полтинник за мороженое, да? На полтинник можно мороженое дофига накупить. Вот оно. Что? Делать мороженое. Оно, получается, замораживает там. Оно внутри замораживает? Да, и уже мороженое. Не надо засыпать. Серьезно, в натуре? Ну, вроде бы, да. Надо почитать. Так, blender portable. Ага. Не, а вот Ninja Cream Deluxe за $180. Может, это за $180, Настя? Ninja. Подожди, Cream Deluxe. Это Ninja, да. $180 мороженка делать. Мы с такого, на такую сумму мороженка за год не съедаем. Вот она, видишь, как она. Офигеть. Ладно, мы... Ладно, посмотрим. А это вот такая штука. У меня просто... Ой, блин, прям тебя. Вот это две штуки стоят. Знаешь,
фрукты добавляешь, нажимаешь, это как блендер, типа. Маленький блендер. Короче, и с собой носить в дорогу. Я уже раскатал губу, за полтинник можно купить, мороженка делать. Нифига. Подушка у меня фиговая, другая есть нормальная, но она для меня не подходит, жесткая. $25. Такая мягенькая, другая, да? Другая, да. А там у меня который кусочек. А две штуки. Тебе... Ну, я с одной головой, конечно. А там? Там что? Перо. Перо. Ну, там должно быть написано. Смотри, не помню, почему два ценника. Да. Сили, стерин, даунлин, кило, клапи. King in... Ладно, смотрим. Смотрим. Сейчас выберем что-нибудь. Короче, решил я, что попробую домашнюю подушку, которая у меня есть, похожая. Если она такая же, как эта жесткая, значит, она мне не подойдет. Если у меня дома более жестко, тогда возьму эту. Скидки все равно нет. Думаю, не прогадаю. Я покупал Костко попкорн, скини, а это другая. Упаковка и масса огромная, и $15, я покупал за 10, ну 14,5, может съедим тот попкорн, попробуем другой. В магазине сегодня людей мало, видите, немного народа совсем, это хорошо. Мы берем лепешки привычные, уже давно не брали. А? Так, а лепешки $7? Нам не для гамбургера. Ладно, нам такое не надо. $7. Вот такие. Мы их делаем сыром в микроволновке. Хорошая вещь. У нас Авия просит булочки, но булочки у нас нет. Нет нормальных булочек, точнее. Как в Магните там продавались, мы покупали раньше. А здесь совсем другой состав и другой вкус. Это корм, это кукуруза. Да, я же говорю, я их брал. Никто не будет есть, кроме меня. Да, там они на. Кукурузные. Ну, солнышко, хочешь возьми? Что ж ты споришь со мной? Она не хочет просто готовить. Да не вопрос. Я ж не спорю, солнышко мое. Какая женщина любит готовить? Очень мало какая, когда это становится рутиной. Бери что-нибудь, съедим. У нас двое детей. Сыну 18, дочери 12. И дочь у нас любит такое что-нибудь особенное есть. У нее такой. Более тонкий вкус, я бы сказал. Это у нее от мамы по наследству передалось. Это там $60. Настя хочет мясо взять. У нас есть гриль. Это было мраморное, 60. Это мраморная же говядина. Мраморная говядина. Она, ешь, она, наверное, не соображаю. Beef, Joe, New York, steak. Что вы брали? Она же спала. Ну, думаю, пожарит мясо на выходных. Сегодня у нас целый день льет дождь. Надеюсь, в субботу будет получше погода, и мы что-нибудь организуем на улице. Так, видите, цена $11 за фунт. Здесь тоже $11. Так что $13 пожирнее уже куски. $11 за фунт. Ну, соответственно, видите, $37. Здесь косточка такая огромная. Ну, ты не знаешь, Настя, а я вообще пока еще $7 за фунт. В прошлый раз взяли жестковато. Ну, бери, Настя, цена вопрос, потому что определяет качество зачастую. Бери тот, который подороже, съедим. Ну, какой-то Нью-Йорк, Настя, какой-то Нью-Йорк появился, и там Нью-Йорк. Я не знаю, вот ценник такой. $60 за... Ну, в принципе, да. Может, какое-то есть другое мясо? Вон там, тут далеко, всего полно. Чух. Мы долго-долго смотрели на говядину и решили не покупать. $60 за подложку. Решили многовато. Сейчас смотрим на рыбку. $11. Рыба-меч. Выберем что-нибудь. Мы дошли до курицы. Курица, конечно, подешевле будет. Где цена? Не вижу цены. $2 за фунт. Ну, есть разница, $16 или $2, да, Настя? Будем есть курицу. Органическую, да. Да, будем чередовать.
пожарим этот раз курицу, пожарим еще что-нибудь. Может, рыбу какую-то пожарим, Настя? Как думаешь? Рыбу какую-нибудь пожарить на гриле? Что думаешь? Короче, сейчас мы обдумаем все. Цена за говядину нас сильно впечатлила. У меня сегодня режим жмота, все костка видео, Настя, будет. Ну, Настя жалко стало, да. Настя знает, что покупать, у нее есть список в голове. Да, или на листочке она пишет. Она знает, что покупать, и мы как бы следуем этому. А там плюс-минус что-то можем еще докупить. $20, такие две коробочки, это индюшиный фарш. Хорошая вещь. Настя готовит всякое разное с него. Органический. Мы, как обычно, берем органическое. Настя устала ходить по Костко, решила сесть отдохнуть. Это возле гриля поставишь, да? Полтинник. Стульчик-качалка. Мы решили взять ребра уже пожаренные за $24. Вот цена за фунт. Будет что поужинать или позавтракать. Берем рыбку. Вот за 13,5. Мы уже к ней привыкли. Всем она нравится. Норвежская рыбка сделана, точнее, запечатанная в Греции. Настя хотела найти сосиски именно из курицы, чтобы их пожарить. Там свиные в основном. И тут она нашла случайно куриные. Почитай состав, что там, Настя. Так, вот. Да? Да? Ну, отлично, берем. Берем. Ну, будем расширять ассортимент приготавливаемых блюд на гриле. Мы возле всяких фруктов и овощей. Апельсинчиков такая сетка, видите, за $9.5. Какая масса, не знаю. А, вон написано. 8 фунтов. Персики еще зелененькие. Не дозреют. Настя никогда не пропускает раздел с авокадо. Бери, Настя, потом они созреют. $8. В некоторых магазинах авокадо от 1,5 до $2.5 штучка. Настя у нас делает утром авокадо. Бутерброд делает с авокадо. $4.5 помидорки. Помидорки у нас всегда вот эти. Мексиканские. Ну, нам нравится. Понятно. Ну, Настя, я думаю, выберешь что-нибудь. Черри возьми. Черри? Черри такие, или может, как я помню, 6,60. Ну, черри, наверное, мы брали всегда такие, которые однородные. Эти черри $6. Вот и $6. $4. Потихоньку-потихоньку корзинка наполняется. $6.5 огурчики. Вот такие. Канадские. Типа симпатичные огурчики, надпись на упаковке. Следующее это за 4,80 яблоки. Яблоки появились гала. София наша любит кислые. Так, и сейчас мы найдем еще что-нибудь нам нужно. В Костко появилась новая картошка за 6,60. Вот такая сетка. Ну, на вид вроде так пойдет. Сейчас Настя что-нибудь сообразит. Она у нас в семье специалист по картошке. Ну, прям или не прям. Я в своей жизни посадил и выкопал очень много картошки. И как бы для меня легче было понимать, когда она у меня из погреба. Все, Настя вернулась к классике жанра. Так что, пойдем водички возьмем. Настя берет бананы за $1.5 или за $2.5. Чем они отличаются? А ты взяла какие? Да ты что, не надо, а ты пластиковая будешь, Настя, не надо. Оставайся естественной. Да, но они не могут быть органики, они на пальме растут. На пальме растут? Ладно.
Капицика. Хотя они одинаковые, где-то торгами. Я ж про то и говорю. Вроде принесла оттуда. Ладно. Женщине видней, что покупать. Короче, она из неорганика выбрала неорганик. Вот есть мишка со скидкой. Возьму я упаковочку. Хотя предыдущая версия еще не закончилась такого средства, но со скидкой пригодится. И приехал я сюда за водичкой, которая все так же 7,49. Это хорошо. 40 бутылок по пол-литра. Самое оно. Настя тут, клубнику я спрятался от нее. 79. А это тоже 4 слышно. Короче, 4. Я тут спрятался от Насти. На мишку скидка 5,5 долларов. Я возьму. Зачем? До какого на числа? До 20-го. Мы не успеем, Настя. До 20-го. Вон. Видишь, мы взяли того, другого, сильного, за 31 долларов. Но он не фонтан. Все, мы дошли до продуктов. 5 долларов. Вот такие сливки, да? Июнь 21-го. Есть тут? 21 июня. Настя смотрит, чтобы оно было... Ну, может, знаешь, по... На всю оставшуюся жизнь. Смотрите, моя женщина прям в холодильник залезла. Вот еще дело. Опять ищет что-то во глубине сибирских руд. За 10,40 Филадельфия. Да, в Коско гораздо дешевле покупать. Мы там покупали пачку такую, оно выходит гораздо дороже. Мы как-то привыкли уже к такому мягкому сыру. В нужном месте бери две, Настя, бери две. Скидка на нее, видите, 2,90. Ой-ой-ой. Как раз я пью такое с пробиотиком, вкусный продукт. И как обычно мы берем в Коско органические яйца. Они за 8 долларов и по 24 штучки в упаковке. Проверяем 24, Настя, будут 23. Яйца проверять не будешь? Коско 23? Я да. Посмотрела. Все, умничка, умничка. Мы дошли до мороженого. Здесь... Выбор в Коско не такой большой, как в Stop & Shop или в других магазинах. Но здесь гораздо дороже, дешевле покупать. Ну что? Возьми такую, я бы взял вот такую банку. София бы поточила все равно. Ванильная. Сладкая сильно? Ей, не, если сильно сладкая, нафиг надо. Ну и те тоже сладкие. Что думаешь? Вот еще. Кто-то бросил сюда, видите, куриные крылья в мороженое. Тортовый лед. Так, сейчас я гляну. О, мне нравится, я его точу очень хорошо. Это вкусно, что? Да, меня критикуют некоторые, все себе покупает. Все про себе. Мне нравится, да. Должен сказать, нет, дяде Васе нравится, я возьму. Настя что-то тут надыбала. Что это? Кедровые орешки. О, кедровые орешки. Моя бабушка имела знакомство в Сибири. Когда я у нее в школе учился, я помню, ей присылали в далекое советское время шишки в посылке. Такие еще посылки были деревянные. И мы, помню, их там сушили, ели. Очень хорошее впечатление у меня с детства. О кедровых орешках и о бабушке, конечно. А у Насти бабушка на Урале, так что Уралу привет. Да, настало время передать привет. Передаем привет Белгороду огромный, Старому Осколу, Губкину, Сочи, конечно же. Ну и всему Уралу, Качканару, Екатеринбургу. Настя, кому еще? Всей России. Всей России, да. За 2,90 мы взяли такую коробочку соды. Гляньте, наша корзинка уже там. Ну, реально так наполнилось. Так что, сколько-то, несколько сотен потянет. У нас в корзинке появились орешки. Вот такие кеши, они соленые. Ну, это жареные, да, Настя? Да, это жареные кеши. И для мытья посуды Настя прикупила. Это какой попробовать? Платинум плюс. Мы пробовали вот этот. Мы пробовали очень, не очень. Он плохо отмывается. Плохо отмывается. А вот эти вот хорошо вроде бы. Туда надо добавлять полоскание. 20 долларов. В смысле, полоскать еще раз нужно? Нет, там есть такое средство, туда наливается средство для полоскания.
У нас есть такое средство? Там еще, да, есть немножко. И вот эти капсулы. У меня там их немного осталось, но хочу эти попробовать. Сейчас на нее скидка, а на эту скидку нет. Так ты что взяла? Со скидкой которой, да? Да, которая. Все, молодец. Двигаем дальше. И уже привычные козинаки. Они не сильно сладкие. С чайком отлично, или так пожевать. Мы здесь, мы зашли в район сладостей. Ну возьми, они любимая, сладкие, возьми. Сладкие. Давай, возьму сверху упаковку. Вот такие, видите, кусочки хлебцы с орешками. Все, мы на выход. Народу что-то сегодня на кассах много, но не беда. Подождем. Итак, мы закупились 365,80. Видите, по чуть-чуть. По 3, по 5, по, даже не по 3, по 5. По 9, по 10, по 15, по 20. И так в итоге набежало. Вот наша корзинка. Настя, а ты даже взяла красную жидкость для счистки? Вон стоит внизу. Ну, стиральная жидкость. Короче, ладно. Сейчас мы тут возьмем перекусить. Нет, мне ничего не надо. И помчим домой. Вот мы и дома. Это наш стеллаж в кладовке. Мы все разложили. Ну, как бы все. Часть продуктов-то в холодильнике. Здесь у нас всякие запасы. Видите, до самого потолка почти теперь. Здесь у нас рядок всяких перекусов, всяких там сухофруктов и прочих. Стараюсь разложить так, чтобы дети видели. Потому что, знаете, положил, никто не видит. И все. И оно лежит. Это вот София там чуть-чуть поднаточила уже. Ну, все по-простому. Зато все видно. Удобно, где чего. Знаем, что как. Это стульчик для того, чтобы сидеть и кушать прямо здесь. Не надо было никуда носить. Покушал. И все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всего вам самого лучшего. Пока.